Привет. Сейчас я сделаю пакет трейсер 5, 2, 3, 4. Здесь мы будем сравнивать пути, которые выбирают протоколы RIP и IGRP. Вот у нас есть путь от ПКА к ПКБ. У нас идет роутер. Есть три маршрутизатора, но со скоростью пропускной 4 мегабита в секунду. А есть нижние два маршрутизатора, то есть на один меньше, но при этом скорость в разы меньше. Всего 1,2 килобита. Давайте настраивать, ну, смотреть, как пойдут пакеты. А вот это вот я все пропущу. Здесь банальные вопросы, какие метрики используются, как дальше. Я только что... я вам расскажу, что и IGRP выберет путь, где наименьшая задержка. То есть он выберет путь, как лучше всего будут проходить пакеты. Однако же RIP выберет путь, где наименьшее количество переходов. То есть если оно будет идти по IGRP, точнее по RIP, оно выберет нижний путь, несмотря на то, что здесь такая вот скорость пропускная способность. А по IGRP оно, конечно же, пойдет по верхнему. Вот. На это вы отвечаете. Дальше. Трассировка. Давайте начнем. Я включаю симуляцию, чтобы было нагляднее. И давайте пропингуем с ПКА, ПКБ. Открываю ПКА, десктоп, командная строка. Пинг и IP-адрес ПКБ. Его можно быстрее, десктоп, IP-конфигурация, скопировать. Все. Пинг, paste. Все. Мы отправляем пинг-запросы и смотрим, как они пойдут. Сюда, с RA. Сейчас вернется. Вот, он пошел через R1. R2, R3, к ПК, ну и так дальше. То есть понятно, да? Он идет через верхний путь. Переключу в реал-тайм, пинг пройдет. И сейчас мы изменим. Сделаем так, чтобы пакеты переходили через RIP. Для этого мы зайдем в настройку RIP и поставим дистанцию меньше, чем настройка IGRP. Заходим в RA, командная строка, enable, configure terminal. Здесь прописываем роутер. Так, я не пишу. Роутер RIP, distance 89. Все, установили. И давайте пропингуем еще раз. Теперь у нас... Ой, стоп, я не включил симуляцию, секунду. И теперь включил симуляцию и пингуем еще раз. Теперь у нас пакеты должны пойти через нижнюю. Вот, видите, пошли через низ. Тогда шли через верх. Несмотря на то, что тут ниже пропускная способность, если мы включили RIP и поставили ему дистанцию ниже, они будут идти там, где меньше всего переходов, то есть по количеству переходов. Здесь у нас выходит 3 перехода, здесь 4, ну или 4-5. Здесь все понятно. В этом здании самое важное это отвечать на вопросы. Здесь их очень много. Просто открывайте PDF-файл, все изучайте и отвечайте в PDF-файле на вот эти вот вопросы. Все довольно просто. На этом все. Пока.